Знаешь, что у меня теперь новый дом? Мы с Алиной ходим собирать малину. Тут намного лучше, чем в Изиме. Только я по вам скучал. Я тоже. Вижу, что тебе здесь нравится. Да, здорово, что мы снова встретились. Мы будем убивать чудовищ и злодеев вместе? Альвин, во-первых, нельзя обижать других, а особенно убивать их. Во-вторых, сражаться с чудищами – это очень опасная работа. Пообещай мне, что ты будешь избегать ее, как только сможешь. Обещаю! Но ведь тут есть в округе эльфы. Одна такая красивая, у нее такие глаза. И она ругалась с Тобиасом. Может, поиграем в убейка эльфа? Так, мне очень нужно поговорить с тобой и с Алиной. Это не Алина. Все ребята в это играют. Ты можешь быть великим магистром или кровавым Ейвином. Я всегда великий магистр. Поговорим позже.